Всем привет! Доброго вечера! Мудбанк! Все, накладывайте что-нибудь самое вкусненькое, самое прекрасное, волос покрасил, заметили? Так, почему у меня две заварки? А у меня что-то хлеб с дырками. Очень хороший. Короче, как всегда, Ира отвернулась, Валера положил, Ира уже и сахар положил, смотрю, у меня ложка лежит. И будем мы сегодня есть. Я ни разу в жизни не делала, я только попкорн покупала в зоопарке, в парке, везде. Ага. А Анютка сейчас сделала нам попкорн, еще попробуем его. Значит, сама сделала что? Да, сейчас он вот горячий еще. Это, сегодня у нас будут макароны, печень, подливчик и... Ух ты! И с майонезом. Хотя у нас есть подлив, но я купила майонез, теперь я не могу. Так хочу чесночный майонез, но я чуть-чуть. А что без ложки? А я что-то ложкой, потому что... Ладно, правильно ешь ложкой. Зато мимо не упадет. Давайте накладывать. Че, как ты так закрутил? Я не могу открутить. А открутить? Ну, Валер, ну правда не могу. Ну, я откуда знаю? Он так откручивается, если... Да. Я же тебе говорил. Оп. Что? Я хочу чесночком. Так, тык-тык-тык-тык-тык. Валера хотел мне положить, я что-то отказалась в итоге. И что такое, он не закручивается? Вот так же. Брак. Брак. Все, теперь нормально. Тоже, время уже много, но я хочу есть и плевать на все диеты. Вы тоже все наедаете, накладываете, наедаете, ну жирненькое, ну что теперь, кому какая разница. Давайте будем есть и радоваться. У меня сегодня хорошее настроение. Да неужели? Да? Ну это уже молодец. Да. Вот не знаю, вчера какое-то настроение было. То ли от дождя, то ли что, не знаю. Не знаю, эти дожди уже, я вообще обалдеваю. Да, сегодня вообще весь день у нас идет дождь. Нет, до обеда-то еще не было, а после обеда, как ливень. Ну, я сегодня работала, ну, в парикмахерской. Все клиенты уже мокрые приходят. Им даже бочки не надо мочить, они все мокрые. Готовые уже. Прям вкусно. Не знаю, что-то мне не нравится этот чесночный слой. Не нравится? Ну что, мне дадут попробовать, что ли? Он какой-то невкусный. Не тот. И он видно, что белый. Да? Ну. Ну ничего, съедим, деньги заплатили. Чеснока не было. Не чувствуется. Угу. Чеснок не чувствуется. Вот тебе чесночный. Что продают, то и покупаем. Ну а куда деваться? Вообще мне писала одна телезрительница майонез самим сделать. Вот надо это... переписать комментарий. Самим это натуральный. Да. А в магазине-то это из нефти. Угу. Майонез. Перегонка. Ой, если так рассуждать, то вот смотри, мы чай берем, да, вот заварку трясем, хотя можно взять листья там смородины, малины, там виктории, там заварить и это полезно. Белоголовник, кстати, он очень запах, знаешь, какой вкусный. А что это за белоголовник? Да, не знаю. Какой-то головник звучит. Ну, мы раньше, когда все накосили, мы чай делали только свой. Так это было полезно. Из травы. Правильно. Обалденно. Такой запах хороший. Такой вкусный чай был. Это вообще охренеть. Ну... А мы в детстве как раз вот заваривали себе чай именно смородины листья, малины листья, это виктория листья, все это... Да, это само собой. Да. Шиповник, хреновник, там, угу. Все это прочее. И облепиху, не просто листья, а вот такие веточки.
Я, кстати, с того года-то у нас это два мешка. Один я сюда привезла, конюшки, а один у нас там, он сгорел. А один-то у нас на балконе есть. Вот будем сейчас зимой наяривать. Лодыри мы стали. Да. Проще всего пакетик кинул, да и все. Ну. А вот надо вот это пить. Это полезно. Натуральные вещи. Ну вот. Мы хотим зимой поехать к друзьям. Где они живут? Знаменка, вот. И у них купить мясо. Ну, они сами выращивают свиней, все, как бы у них натуральное, не какой-нибудь там. И вот хочу сало сам посолить сама там. Натуральное все. Да. И вот сразу и приехать, например, фарш уже наложить, там это сало, что было для жаренки, для это косточки там уже нарезать. Ты уже мед привезла. До сих пор. Говорю, давай каждый вечер мед по ложечке делать. А ты почему сахар положил? Вот мед. Это не мед? Бесполезно. Вот мед на другом столе. А? Так а что ты его на этот стол не поставил? Он же амбразура это, ведро. Надо, я тебе говорю, маленькую ложечку, маленькие. Баночку. Да. Ну да, надо что-то придумать. Тогда вот будет уходить точно. И ребятишки будут кушать, без вопросов, безо всяких. Анютка не ест мед, а муж ее вообще его не ест. Да. Вообще не ест. Он вообще объелся груш, да? Муж. Ну. Ешь. А при чем здесь я? Ни при чем. Сразу ругается на меня. У меня еще есть второй канал, где я светофор снимаю. Угу. Да. Да. И что? Так его надо переделать. Там написано, вот как я людям скажу. Я его назову... Васей. Нет. Светофор... А он и... Петей будет. Светофор Ирина. Вот так. Назову, и все. Зато уже будет хоба видеть меня. А то там... Это по-английски НСК, там, Новосибирск, там... Тра-та-та. И как я людям скажу? Балалайка называется. Да. Да, вот именно. Да ёкарно бывает. Вот так вот. Ну. Светофор твой. Ну, я его тоже сейчас выставила. А его жду. С работы. Уже устала ждать. Есть хочу. И пить хочу, и есть хочу, и все хочу. Я есть хочу. А сейчас пойдем кино какое-нибудь смотреть. Ага. Давай сейчас это поедим. Попкорн. Что это за хрень? Попкорн, здрасте. Я что-то наелась. А кто? Будешь? Не. Угу. Кто кушает попкорн-то? Кто? Мы сейчас кино будем. На ужин. Надо когда кино смотреть, тогда попкорн. Вот сейчас мы сейчас маленько с людьми поедим и пойдем на место. На место. На место. Лежать. Вот так называется. А, показала людям. Попкорн, скрипыши, это вкусно, хрустящие снеки, бла-бла-бла. 4 минуты. Они вкусные. Микроволновки, все. Пока тебя ждала, пока грела вот это все. Я же говорю, запах какой-то. Вкусный. Другой. Слушай, да, вкусно. Да. Дай мне эту. На. Тебе эту. Кого дать? Мормышку. Ромашку. Одну. Уже вечернее время. А я что, хлеб не съел? А это не получилось. Ну, положи туда. Утром сидим. Твой майонез себя не оправдал. Да баловство какое-то. А ты производитель напиши. А вот это что ты не ешь? Ешь давай.
Что это? Тогда я попкорна не буду кушать. Все съешь. Да, я попробую хоть. Не, а что его пробовать? Филькина грамота, а есть Филькина грамота. Здрасте. Ты что крылишься? Видишь? Надо кино с собой брать. Угу. Вот. А у нас еще торт маленький остался, этот, медовый. Вкусно? Где же торт? Два тебе и два мне. У меня мормышка. Ешь. Ешь. А. Лопы. Что вы убираете в холодильник? Пойду кучу виски и все. Так что не берите такой. Не знаю. Мне он не понравится. Так только напробую, если. Ну, может, кому-то понравится, кто его знает. Не, может быть. У каждого вкус свой. Конечно. Дело такое. Угу. Вот сырный, наверное. А запах заходишь на кухню, прям вкусно пахнет. Да. Только прям вкусненький. Ну чем он вкусненький? Обычный. Обычный. Здрасте. Свое уже интереснее. Да ну. Он уже готовый, продает. Ты сейчас знаешь что? Нет, мы-то не готовы брали. А как? Ну здесь лежали эти квадратики. Их уже нету. Анютка съела один. Один нам сделали. Микроволновку запихивают. Она шипит. Да. Раскрывается. Вы есть будете за меня? О-о-о. Ну все. Мы, короче, поели. Я надеюсь, вы тоже с нами наелись. Да. Всем пока. Всем всего доброго. Давайте до новых встреч. Подписывайтесь на наш канал. Приятного аппетита всем. Всем обязательно приятного аппетита. У нас жизнь одна. Так что будем есть и радоваться. Ну, в пределах разумного, конечно. Ну, надо, чтобы все было хорошо. А приятного аппетита много. Конечно. Обязательно. Всем, всем. Так что приезжайте к нам в гости в Новосибирск. Будем всем рады. Ну, все, пока. Вот так. Всем пока.